Торгово-развлекательный центр «Форум» сегодня можно назвать местом силы, потому что именно здесь проходит двухдневный чемпионат Азии по пауэрлифтингу, жиму лежа и становой тяге. Около 400 участников собрал чемпионат в этом году, и это практически все города Казахстана. Есть команда спортсменов из Кыргызстана. Возраст участников чемпионата от 14 до 70+. Очень успешно проходит чемпионат Азии по пауэрлифтингу по версии ВРПФ. В этом году очень много участников, участвует 3 страны, 350 участников. У нас и молодежь, открытая категория, ветераны у нас поднимают колоссальные веса, так что спорт всегда только на пользу идет, соревнования проходят на ура. Ну, я тоже обновил мировой рекорд, до этого в жиме отдельно 67,5 стоял 180, сегодня 185 килограмм пожал и снял мировой рекорд. Всем привет! Мы команда из Бишкека, приехали из Кыргызстана. Во-первых, мы очень рады, что наконец-то открылись границы, мы можем приехать в Казахстан, в Алмату. Мы всегда приезжали раньше, каждый год. Мы обожаем чемпионаты по пауэрлифтингу, которые здесь проводятся, потому что это настоящий праздник. Получаем массу удовольствия, всегда счастливые, всегда с победами, с медалями. Сегодня наша команда выступила очень хорошо. Все попали в призовые места, хорошие, прям показали результаты, рекорды. Мы очень счастливы. Мы сюда с удовольствием приезжаем. Нам очень нравится. Это очень мотивирует. Выступать интересно. Большое спасибо. От конкуренции растем. Да. Вес защита. В 17 году начал заниматься. Меня пригласили выступить на области. Говорят, пожмешь штангу? Я говорю, ну, пожму штангу. Ну, приехал, выжил 55 килограмм, и все, меня определили к тренеру. Ну вот, продолжаю выступать среди инвалидов, среди полноценных людей. Ну, занимаю первые места. Это, знаете, изначально это, как сказать, тяжело это, да? А потом, когда у тебя получается этот вес поднимать, это как наркотик, это азарт появляется. Вот, тебе охота все больше и больше и больше. Но бывают тоже кризисы в этом железе. Ну, нарабатываешь, и все дальше проходит нормально. Самое сложное, ну, для меня была, мне кажется, техника. Ну, я раз на мир ездил в том году, еще раз на мир хочу среди инвалидов съездить на Олимпиаду. Ну, конечно, и тоже там первое место взять, и среди полноценных тоже такие планы. Выражаю большую благодарность ВРПФ «Казахстан» за предоставленную возможность выступить и такой отличной организации. Было тяжело, но мы справились, долго готовились, результатом довольны. Это для нас чемпионат Азии по ВРПФ именно уже второй раз. Стал чемпионом Азии, 90 килограмм и среди юниоров, и среди мужчин. Новые веса, новые соперники, заруба сегодня была отличная прям. С детства его тренирую, 12 лет уже. Всех для нас мотиватор. Я двукратная чемпионка Азии, чемпионка мира тоже по пауэрлифтингу. Ну что, друзья, нешуточная борьба продолжается. Здесь сегодня побеждают действительно сильнейшие спортсмены. Ежегодно на чемпионатах, проводимых Федерацией пауэрлифтинга, зажигаются новые звезды, ставятся новые рекорды. Если ты еще не поставил свой рекорд, поставь лайк под этим видео.